Так, друзья, день еще не закончился, продолжается. Работы еще до вечера много. Дел у меня много. Так, будем делать гаспачо из куриных грудок. Вот я все это промыла. Обсушу сейчас полотенцем бумажным. Так, хотя они и так чистенькие. Вот надо было бы шкурку убирать. Но у меня как-то все вот эту шкурку почему-то любят. Поэтому я, наверное, сделаю с ней вместе. Делаем мы все это холодным посолом. Вот, сейчас я сразу в соли смешаю все, что сюда надо. Прованские травки высыпем в соль. Соли нужно будет много, не жалеть. Перчик чили кусочками. Я его сюда же смешаю сейчас. Это паприка у нас. Это кориандр молотый. Это перчик черный. И еще кавказские травы. Приправа кавказская. Добавлю сюда. А, пахнет как. Вот, все это перемешаем. Такой контейнер я взяла. Должно это все войти. Вот. На дно посолим хорошенько. И будем укладывать. Солюшкой пересыпать все это. Сухим таким засолом. Я в прошлом году делала. Ну, как-то... Что-то я быстро ее сделала. А это где-то прочла, что рецепт, что немножко не так ее делают. Подольше маленько. Ну, думаю, как бы больше по правилам. Сделаем по-другому. Тем более... Ой, сейчас чихну. Перец. Душистый такой. Набрала грудок куриных. Много бройлеров. Много нынче держали. Большие повырастали. Некоторые по 6 килограмм. Ну, как бы люди, кто-то говорит, что и по 7 выращивают. Ну, я не знаю, как. Еще и по 7. Мы столько много им, чем только не кормили. Рыбу ежедневно возил. Карася рубили, чебака мелкого. И молочка простокваша. У них была ежедневно, возили, сквашивали от дочи. Мы-то корову уже год как не держим. Очень страдала я без коровки. Так непривычно было все свое и молочко. И... когда коровы не стало, сдали, сил уже нет. То столько времени прибавилось, которое я быстренько время это заполнила. Ну, вот как-то, кажется, надо было еще побольше соли. Вот. Вот, все. Как раз хватило. Все, вот это я засолила. Пусть стоит, солится. Крышкой закрою. Но тут у меня еще дела. Я снимала, но что-то испортила ролик. Так, это начинающий такой я блогер, так сказать. Я начала делать бастурму говяжью. 2 килограмма вот мяса говядины. Я также вот засолила просто солью, без всяких приправ. Холодным способом просто засыпала ее солью. Она у меня стояла 2 суток в этом рассоле. Потом я сняла, хорошенько промыла. И промыла, и вот обсушила полотенцами. И вот уже 2 дня я эти вот подгузники меняю, так сказать, у этого мяска. И одно лежит у меня под гнетом. И еще сейчас поменяю подгузники, потому что они еще мокрые. Как подгузники, вот эти вот бумажные полотенца станут сухими, так я тогда их повешу сушить. Высушу их, чтобы они стучали, гремели.
еще у меня контейнер один стучали. И тогда я их буду обмазывать помазкой такой. Помазку. Для нее сегодня все купила. Все приправы для этой помазухи. Ну вот где-то еще прочитала, что этот сам эту помазуху эту делать, как она называется, я не знаю точно. Нужно на свекольном соке, когда она получается упала. Получается красивый такой цвет. Вот, надо будет натереть сегодня еще свеклы. Завтра, скорее, ну нет. Завтра нам ничего не пригодится, свекла. И как высохнет хорошо это все дело. Тогда я намажу всем этим. Тут в основном пажитник будет. И приправа карри, и паприка, и перчики всякие. Ну, кому что нравится. Вот. Уложу еще. Оно и так вроде сухонькое. Уложу сейчас и все. Еще и подгнет. И вот пока у меня это сегодня трогать ничего не буду. Пусть просаливается, пусть лежит. А гнет, ну ничего, у меня гнетом нету. Я вот сюда гнетом ставлю 5-литровую банку с маслом. Что нашлось у меня здесь близко под рукой. Вот. Ну, на этом я заканчиваю видео сегодня.